Привет! Это «Постнаука» — программа «Что я знаю», в которой мы встречаемся с учеными и просим их рассказать об их исследованиях. Я — редактор Кристина Чернова, и сегодня у нас в гостях Елизавета Александровна Бонча-Смоловская, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой микробиологии МГУ и заведующая отделом биологии экстремофильных организмов ФИЦ биотехнологии РАН. Собственно, помимо нас, нашего оператора Тимура, нашей императрицы Ютубани, с которой вы можете пообщаться в наших чатах, в студии находятся еще миллиарды и миллиарды мельчайших живых существ. Даже представить страшно, сколько их, собственно, вот за этим столом, под этим столом, на, на этом столе кипит как альтернативная жизнь, которую мы не видим. И сегодня мы будем обсуждать настоящих хозяев этой студии микробов, пока они занимаются своими дел делами. Напоминаю, что мы в прямом эфире в ВК и Ютубе, задавайте свои вопросы в чате, и на самые интересные из них мы ответим в конце эфира. Все вопросы с донатами мы задаем вне очереди. Задонатить нам можно по кнопке с долларом, которая находится внизу чата. Также можно задонатить по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления об эфирах. Ну, формальная часть закончена. Давайте начнем уже обсуждать микробов. Вообще, сколько видов бактерий известны науке и какие из них наиболее интересны? Ну, про виды даже не могу сказать, но э, я думаю, что, э, что значит «известно». То есть вот они описаны, охарактеризованы, им дано название. Uh -huh. Да, ну, я думаю, что десятки тысяч, uh -huh. вот так примерно. На самом деле их гораздо больше, гораздо больше, как это выяснилось. Вот не так, да, но ну, относительно недавно с появлением новых методов молекулярных выяснилось, что очень мало микроорганизмов, мы знаем, в лабораторных культурах. И с одной стороны, это, конечно, было такое большое разочарование, а с другой стороны, много есть еще чего делать с микробиологом. А какие направления наиболее интересные, то есть какие микробы подводные, наземные, которые живут внутри нас? Да, ну видите, во-первых, конечно, сейчас наша наука очень быстро развивается, и вот эти вот привлекательные направления, куда бросаются все исследования, они тоже так меняются. И я очень люблю, когда говорят вот это мода, это модная тема. Это, конечно, не имеет отношения к моде, а просто это какой-то новый прорыв какая-то новая совершенно область, ранее неизвестная, ну и, конечно же, все пытаются тоже свой вклад внести в ее исследование, вот и все. И сейчас э, можно сказать, что, во-первых, вот то, что, о чем я уже сказала, это некультивируемые микроорганизмы, значит э, попытка оценки их не просто их количество и их положение на древе жизни микробном, а попытка описать их функции, при том, что мы их в руках не держим и то, что у нас называется мокрая работа, это когда ты, значит, что-то капаешь в лаборатории вот такими мокрыми нашими способами, мы их изучить не можем. Это все делается с помощью анализа их геномов. Геномы собираются из метагеномов, которые присутствуют, которые получаются из ДНК, вот из природных мест обитания. Это, конечно, сейчас вот такой вот номер один, и описана масса микроорганизмов с очень разнообразными интересными свойствами. Вот таким вот образом они их называют. Им дается даже имя имя фамилия, так сказать, рот и вид, но прибавляется слово «кандидатус». Кандидатусы, вот эти вот такие фантомы микробные, которые, причем уже известно, что некоторых очень много, и они явно какую-то очень большую роль играют в нашей биосфере. Это вот важное очень направление. Второе важное направление, конечно же, это микробиом человека, ну и других высших позвоночных, но человека в первую очередь, потому что все новые и новые невероятные э, обнаруживаются связи между микробиомом и человеком, организмом хозяина, вплоть до того, что э, на нервную систему влияют эти микроорганизмы и вообще на наше настроение и на наше на наше поведение. В общем, даже страшно обо всем этом подумать. Но вот сейчас это очень все активно изучается и развивается. И даже, кстати, ну не на человеке, на мышах вот такие опыты были, что каких-то микробов им заменяют или каких-то удаляют, каких-то наоборот добавляют, и меняется их поведение, они там либо становятся растерянные, либо наоборот становятся бодрые и веселые. В общем, конечно, это все совершенно удивительно. Я думаю, что сейчас это такой вал работ, многие из которых, может быть, не подтвердятся в дальнейшем, но постепенно это все отсеется. И, в общем, какая-то здесь, конечно, очень интересная получается вещь. Вот. Ну и кроме этого, конечно, прикладные все работы. Нет, все время что-то выскакивает. Микробное электричество, микроорганизмы, которые создают электрический ток. Здорово. Да, да, или наоборот, они потребляют электрический ток и делают что-то полезное, электричество потребляют, делают что-то полезное, какие-то синтезируют вещества ценные для людей. Ну, в общем, конечно, очень всего много, и кое-какие вопросы, наверное, мы еще вот из этих вот таких горячих тем mm -hmm. еще обсудим, вот они были в вашем списке, так что я уж не буду вперед забегать. <сёк> ну, про электричество мы очень <сёк> заинтересовали, поэтому <сёк> да, да, но ну, могу, да, могу, да, могу рассказать, да. <сёк> вот, ну, вы занимаетесь изучением э, экстремофильных организмов, э, то есть э, микробов, которые выживают в экстремальных условиях. А где на нашей планете бактерии точно не выживут? Mm -hmm. Точно не выживут? Ну вот в жерле вулканов, наверное, где очень высокая температура, угу. наверное, все-таки нет. Вот в подводных вулканах, где температуры вот 300-400 градусов, вот, собственно, в самом этом флюиде все-таки точно нет. Сейчас самая высокая температура, при которой известно, что микроорганизмы могут размножаться, вот, это 122 градуса. Это, конечно, под давлением такая температура, потому что вообще-то в норме вода при 100 градусах уже кипит в пар превращается, но на дне морском под давлением э, столба жидкости э, она сохраняет жидкое состояние, и вот там живут такие высокотемпературные микробы. Но 122 градуса это пока рекорд. Вот, а где их нет, а где их еще нет? Э, ну, э, даже не знаю, что сказать. Вот кроме, кроме такой, конечно, супер высокой температуры вот, потому что они могут не жить там где-то. Ну, конечно, для того, чтобы они размножались, нужна жидкая вода, вот, но в пустыне они все равно присутствуют в виде спор, в виде каких-то других форм, которые им позволяют переживать неблагоприятные условия эту засуху. И как только какая-то вода появляется, они немедленно начинают размножаться. В атмосфере тоже они, конечно же, без воды не могут жить, но там летают споры на ледниках вот они ждут своего часа вот в общем абсолютно стерильных стерильных таких совершенно мест на земле очень мало ну да я еще подумаю может быть я что-нибудь придумаю к концу разговора что вообще представляет собой спора и как, что вообще позволяет э, этим организмам выживать в таких условиях? Спора – это вот такое замечательное изобретение. Далеко не все э, бактерии э, могут образовывать споры. И вот есть еще такая тоже отдельная большая группа тоже безъядерных организмов археи. Угу. Они тоже не образуют споры. Хотя какие-то переживающие формы такие вот, которые помогают им пережить на благоприятные условия, у всех тоже есть. Но спора – это такая конечно, такое замечательное э, изобретение природы, потому что у нее это такая мини-клетка э, с очень толстой стенкой, она э, обезвожена очень сильно, все процессы там заторможены, э, не идут, вот такое вот покоящееся состояние. Вот они выдерживают очень нагревание высокое, выдерживают э, засуху выдерживают отсутствие питательных веществ степ, чтобы как только условия изменятся к лучшему, они немедленно начали снова расти и размножаться. И очень много споровых, конечно, бактерий, далеко не все, но много их, и это отчасти проблему, конечно, для вот всякой стерилизации, конечно, эту проблему составляет. Я слышал, что у таких бактерий каким-то особым образом устроены белки. У экстремофильных? Да. Вот то, что мы говорили про споры, это как раз не в экстремофилах речь. А Экстремофилов в споровых как раз нет. Экстремофилы-то они тем отличаются, что они именно филы, а филы это mm -hmm. значит любящие. То есть они именно при высокой температуре, они именно очень хорошо, они и при низкой. Вот есть такая группа, которая называется гипертермофилы. Они при температуре ниже 80 градусов, они уже не могут размножаться. Себе. То есть 80 там и до 100, и выше. Так что это такая совершенно особая группа, именно приспособленная к жизни при высоких температурах. Кроме этого, есть ацидофилы, которые живут в кислой среде, есть галофилы, которые живут при очень высокой концентрации соли, прямо в насыщенном растворе 30% натрия хлора, и вот они там способны жить. Есть... Алкалофилы. Алкало – это щелочь, то uh -huh. есть это высокий pH, кто школьную программу химии uh -huh. смутно помнит, есть кислая среда с низким pH и щелочная среда с высоким pH. Вот все такие такие места есть на Земле, вот эти вот экстремальные места обитания, есть соленые лагуны, есть солеварни, где очень много соли, есть судовые озера, судовые озера, где карбонат, он выходят из э, отложений карбонатных и вода там поэтому такая содовая и очень с высоким pH то есть там и соленость высокая и pH высокий вот и там кипит микробная жизнь абсолютно кипит так что все ну а кислые условия тоже довольно часто встречаются а благодаря да. чему они так комфортно себя чувствуют при таких температурах, концентрациях? Ну, вот они приспособлены, они приспособлены к этому. Во-первых, у них, значит, очень устойчивы к температуре вот их белки, их ферменты, Потому что, ну вы себе представляете, вот мы берем яйцо, бросаем его в кипяток, и У через случается. пару минут там уже все изменилось. Белок стал твердым, это значит, что он коагулировал, он изменил свою э, конформацию, а для ферментов, чтобы они работали, им очень важно эту конформацию сохранить. Так вот, ферменты экстремофилов, они... Э, обладают особыми свойствами, они так плотно упакованы, у них есть там такие связочки промежуточные, которые эту структуру удерживают. Вот. Это очень хорошо все исследовано. Вообще термофилов они были известны очень давно, они еще с начала XX века были известны, но как-то особо внимание так не привлекали. И считалось, что известны были только микробы, которые где-то при 50-60 градусах растут. В общем, такие почти обычные микробы. Но вот в 70-е годы XX века такой был исследователь Томас Брок, который в Елустонском парке в США увидел, что в горячих источниках там живут совершенно другие микробы, не похожие на обычных, и к тому же растут при более высоких температурах. И, кстати, сказать, вот наш российский исследователь, советский Сергей Иванович Кузнецов, замечательный такой микробный эколог, основатель биогеохимии, микробной биогеохимии в России, он в 1953 году их увидел на Камчатке, ну и вот так, как, такой небольшой книжечки э какие-то, по-моему, это труды Института микробиологии. Вот он написал, что есть микробы, которые растут при 100 градусах, но этого такого развития не получило. А вот в конце уже 20 века стали активно все этим заниматься, температура все выше и выше поднималась. Когда стали исследовать подводные морские вулканы, оказалось, что там еще более высокотемпературные микробы растут. Но и одновременно, конечно, с одной стороны, все было очень интересно вот людьми, которые всякой белковой химией занимаются. Они начали изучать эти белки, и причины их такой невероятной стабильности. С другой стороны, конечно, очень разнообразное применение это нашло в деятельности людей, деятельности человека, вот в частности молекулярно-биологические исследования воспроизведения генетического материала, оно как раз э, производится с помощью термостабильного фермента, который выдерживает высокую температуру. И вот в любой поликлинике, где вы делаете анализ, например, на какой-то на как возбудитель какого-то, обязательно используют этот фермент. А чем питаются такие организмы? Ну, во-первых, они есть такие же, как совершенно обычные микробы, которые есть везде, то есть они органическое вещество используют, и кислород, как окислитель, ведь нужен всегда энергетический субстрат и окислитель. Но люди, ну не, то, не люди, а вообще все живые существа, все эукариоты, то есть все ядерные организмы, они довольно однотипно устроены. То есть либо растения используют свет, образуют органическое вещество, либо животные используют органическое вещество и окисляют его кислородом. А у микробов очень разнообразно все. И вот именно у экстремофилов как раз, особенно у тех, которые вот живут в вулканах, там они используют самые разнообразные неорганические соединения, которых в вулканах много, и используют другие, чем кислород и кислители. В общем, там целая, целая, такая матрица, заполненная с разными субстратами. Это все очень интересно. Могут, например, водород использовать, а в качестве окислителя серу и образовывать сероводород как продукт своего дыхания, ну, самые разные варианты там есть. Но на самом деле такие микробы есть и в обычной жизни, просто здесь они такие маргиналы, где-то в хвосте там плетутся, а там, наоборот, они образуют целые экосистемы, потому что этих продуктов вулканических, богатых энергии, неорганических соединений там очень много. А я вот слышала версию, что, собственно, гипер гипертермофильные организмы, они были нашими пироэтками, ну, то есть первые организмы на Земле, которые выживали в экстремальных условиях, и, собственно, даже вот я слышала, что общий вот этот гипотетический предок Лука, он тоже был термофилом. Это действительно так? Ну, Или э... теплый маленький пруд все таки ближе к истине? Нет, ну да, в общем, конечно, много на эту тему спорят, и всякие геномные проводят исследования, ищут вот такие гены, которые вот очень древние, и их сочетания. И, в общем, сейчас склоняются к тому, что вот этот первый общий предок, он был термофилом, и э, он использовал неорганические соединения, он был, конечно, анаэробом, то есть он без кислорода рос, потому что кислорода не было, он использовал CO2 как источник углерода, углекислоту, то есть вот это называется автотрофы. Угу. Но есть растения, авто, они тоже фотоавтотрофы, есть и бактерии, кстати, фотоавтотрофы, но вот хема лита автотрофа, лита это камень, который использует вот неорганические соединения как источник энергии и неорганический углерод для построения своего тела, это вот как раз э, бактерии и археи, и вот лука был кем-то таким. Возможно, это был метан, метаноген или ацетоген, то есть он использовал водород, и продуктом его был, жизнедеятельности был метан, или он использовал водород, и продуктом был ацетатуксная кислота, вот какие-то такие варианты в общем, очень похоже на то, что сейчас пытаются искать на других планетах. Да, 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 потому что это то, что есть везде. Водород есть везде, углекислота есть везде, и больше им ничего не надо. А есть ли какие-то организмы, которые более-менее к нему близки? А остались ли еще? или это Ну, конечно, вот, кстати, вот и... современные метаногены, угу. и ацетогены, есть микроорганизмы, которые используют э, СО, вот как раз мои сотрудники этим занимаются много лет, угу. которые используют э, угарный газ СО, который я для всех... Живых существ, но не для бактерий, которые его окисляют, и при этом еще образуют водород из воды. Они СО окисляют до углекислоты, до СО2, и при этом из воды образуется водород. И это довольно простая реакция такая, которая тоже могла быть в древней биосфере, потому что СО как раз тоже присутствует очень часто. Его было еще гораздо больше в, на древней Земле. Вот мы вначале немножко говорили о бактериях, которые невозможно изучить мокрым методом в лаборатории. Вот в 2016-2017 году по извлеченным из глубоководных биомов фрагментам ДНК открыли так, такую группу организмов «Асгардархеи». И есть гипотеза, что они могли быть предками эукариот, то есть ну, у нас многоклеточных организмов, вот, о, состоящих из клеток с ядрами, простите вот, Это оказалась такая довольно большая разнообразная группа вот, И, собственно, на что вообще похожи эти асгардархии? Появились ли какие-то сведения? Да, Стало это интересно очень интересно, с удовольствием я подробно об этом расскажу Вообще вот есть такая теория симбиогенеза, потому что вот опять же, вспоминая школьную программу, в клетках эукариот есть митохондрии, в клетках растений есть хлоропласты. Угу. Вот, и предполагается, что это симбиоз архей и бактерий. И вот из архей и бактерий произошли клетки эукариот собственно, поэтому вот археи являются и плитками. И вот, этот, вот эти вот, по-моему, они называются локи-археоты. Вот Асгард, археи, да, ну это как-то более крупная, наверное, mm -hmm, да, но да. локи архиоты, которых вот нашли в подземных осадках, у них было очень много генов эукариотных, И поэтому предложили, что, предположили, что они являются теми самыми вот предками, которые потом заглотили к себе бактерии, сделали из бактерий митохондрии, и дальше, дальше уже пошли развиваться эукариоты. И вот... Э, в этом году, в, 19, ну, в прошедшем году, в 2019 году появилась статья такого замечательного японского исследователя Кена Такая, потому что он получил э, культуру, э, лабораторную культуру вот этих вот луки архиот он дал им какое-то название довольно такое длинное сложное я его не могу сейчас воспроизвести но так и будем их лютиархеотами называть вот и оказалось что они растут в симбиозе с бактериями то есть это вот какой-то такой вот предварительный этап вот этого поглощения они выпускают такие длинные отростки угу. эту бактерию так обнимают окружают и вот так вот парочкой они живут, разделить их невозможно. Вот. Причем они растут страшно медленно, и вся эта работа у него заняла то ли 10, то ли 11 лет. Но вот сейчас, наконец, вот он ее опубликовал. И, конечно, это все ужасно интересно, потому что это такой вот действительно промежуточный этап. Во-первых, в этих локи археот вот когда их просто собрали с генома, очень многие люди в них не верили и говорили, что это химера, то есть это несколько разных геномов соединилось, и вот им теперь приписываются эти свойства. Вот удалось их получить в культуре лабораторной, это уже доказательство. Во-вторых, показано, каким образом происходил вот этот вот захват, вот он эту бактерию вот так вот окружал своими щупальцами и постепенно вот она как-то внутрь попала, вот слились эти клетки, и вот уже непонятно, как ядро там у них получилось, но ядро, наверное, потом как-то тоже образовалось. В общем, да, это, конечно, такая работа, одна из самых интересных работ 2019 вот, -го года это вот получение лабораторной культуры Локи-архиот. А вот чем вообще отличаются бактерии от архей? Вот я очень смутно помню школьный курс биологии, если честно. И... Даже учили в школе этому. Вот, но меня, конечно, не учили я еще Я помню, архей что у нас было. висело да, большое дерево, да. и археи вообще назывались как-то архибактерии или что-то они, они Вначале назывались архибактерией, а потом угу. изменили это название. Вот, вот. Вот. Ну, значит, тут нужно немножечко отступить в сторону и сказать, что систематика прокрет, прокрет, это понятно, безъядерный организм, она всегда была делом очень трудно, потому что непонятно было, какие признаки главные, какие не главные. Вот с высшими организмами все понятно, чем сложнее, тем значит ты выше находишься на этом дереве филогенетическом, А вот с прокретными непонятно. И потом такой ученый американский, Карл Везе, он придумал способ, когда вот уже начались какие-то первые геномные исследования, и стало возможным прочитывать с большим трудом, медленно, но все-таки прочитывать какие-то кусочки генома, вот, он решил, что количество мутаций в каком-нибудь консервативном очень гене, который вот не меняется и который есть у всех, и был выбран такой ген, как вот такой вот общий маркер и по количеству мутаций можно определить, как давно разошлись эти организмы, потому что предполагается, что эти мутации они так спонтанно происходят и это такие, такой молекулярный хронометр, даже это называли. Это время, когда вот организмы разошлись от угу. одного какого-то общего предка и когда вот он это дело начал исследовать, он увидел, что есть группа организмов которая очень далеко от всех отстоит, вот по этому молекулярному хронометру, что она отстоит от бактерий так же далеко, как и те и другие отстоят от эукариот, то есть от ядерных организмов. И он назвал эту группу археи. То есть некоторые из них были известны. Это вот те же самые метаногены, о которых я говорила, вот предположительно, как раз по метаболизму, может быть, это лука или какой-то его близкий родственник. Вот. И э, голофилы, это микроорганизмы, которые растут при э, высокой солености. они были известны, просто никто не знал, что они археи. Но вот, по, вот, этим вот э, по молекулярному хронометру оказалось, что они очень сильно от всех отпадают. Ну и, конечно, это вызвало у всех так очень большой интерес. Все стали э, искать новых археи, и находить их. Э, и что самое главное, вот это вот тогда всем еще казалось, что это вообще какая-то каббалистика, это какие-то такие вообще к биологии не имеющие отношения какие-то вычисления. Но потом оказалось, что они коррелируют с очень важными, с очень важными какими-то вещами в клетке. Например, совсем другой состав мембран у архей, абсолютно другой. У них совершенно другой аппарат синтеза белка, он эукариотический у них. Вот, так что вот они действительно занимают, ну и другие там есть самые разные различия. Клеточная стенка другая, например, на них не действуют антибиотики, которые действуют на бактерии, потому что у них нет компонентов клеточной стенки, на которые вот эти антибиотики действуют. И другой, опять же, другой аппарат синтез белка, на который тоже антибиотики могут действовать другие. Вот, и поэтому все постепенно как-то привыкли к тому, что археи существуют, а потом оказалось, что археи вообще очень широко распространены, просто они очень медленно растут, они вот в лабораторных культурах их бактериях забивают и никогда ты их не получишь, но если какими-то другими методами исследовать вот природные места обитания, оказывается, например, что очень много археи в холодных морях. Вот, они просто там составляют такую массовую форму, и функции их там они окисляют аммонией. Аммонией, которая происходит в результате, образуется в результате разложения какой-то органики, белков, и вот они окисляют этот аммоний. Вот, так что археи – это не то, что какие-то такие, но метаногены тоже, кстати, очень важные с точки зрения вот биосферы микроорганизма. Вот, так что археи сейчас уже никто не сомневается в том, что они существуют? И вот эти вот молекулярные исследования, вот эти некультивируемые кандидатусы, очень много нашли новых архей с совершенно необычными функциями. Так что тут такая... очень все быстро происходит, очень быстро все меняется, и, конечно, все это очень интересно. А правда ли, что бактерии очень, очень, очень быстро эволюционируют? И если так, то, в... то как тогда новые виды открывают? Как, как становится вообще понятно, что это действительно новый вид? Нет, они, на, они не настолько быстро, конечно, эволюционируют, uh -huh. чтобы стать новым видом. Uh -huh. Просто, но новые вот, виды разделяются, если у них там 30 процентов uh -huh. различий вот в их ДНК, это очень много Все-таки угу. вот. Какие-то какие мутации, конечно, происходят угу. Даже в лаборатории они происходят Вот культивируешь какое-то время В каких-то условиях И смотришь уже, потом хочешь вернуться К каким-то старым свойствам А этих свойств уже нет, уже эти свойства потеряны Потому что Ну вот они не использовались И мутация произошла И уже отобралась группа, которая, естественно, быстрее растет, не нужно эти гены синтезироваться, вот и они уже. Так что это это происходит, конечно, угу. но вид все-таки остается тем же самым. А насколько быстро вообще, в принципе, сколько занимает времени у природы на то, чтобы вот появился новый вид <laughs> бактерии? Mm, ну вот не знаю, не могу вам сказать. Угу. Есть люди в моей лаборатории, которые вот это все очень хорошо знают, но вот я не знаю, не могу сказать. Ну вот, Хотя, э, конечно, интересный <соединительного> вопрос. Ну вот есть, собственно, плохие микробы, которые возбуждают страшные болезни, а есть хорошие, которые вот вместе с нами эволюционировали, которые помогают нашему организму лучше функционировать, либо просто ну живут в таком состоянии нейтралитета. Но мы используем антибиотики и средства гигиены, сокращаем вот это микробное mm -hmm. разнообразие. В итоге у нас больш... аллер... очень большое количество аллергии и всевозможных аутоиммунных заболеваний. Mm -hmm. А можно ли как-то все-таки не нарушать баланс? То есть, ну, избирательно как-то действовать, только на плохих микробах оставлять хороших. Есть ли Но это все относительно, относительно новые вещи, то есть буквально вот последние 10 лет стали это uh -huh. понимать, вот что и иммунная система, это аллергия, это сбой иммунной системы, потому что она не тренируется э, с детства человека, она не встречает много разных чужеродных белков вот, и поэтому она не, не развита, оказывается. Вот. Там еще такая есть очень интересная вещь, что микроорганизмы, которые, вот, как вы сказали, нейтральные, они не дают заселить и нашу кожу, и наш кишечник каким-то нежелательным микробам. Но при этом там такой вот ясности и четкости нет. Я вот читала статьи на эту тему, и очень много сейчас, очень много сделано вот анализов микробиома кишечника человека, и эм, э, пытались выделить вот такое, то, что это называется коровая, то есть такая вот какая-то обязательная центральная группа микроорганизмов, которая есть у всех людей. Нет таких микроорганизмов. Есть часть микроорганизмов, в которые есть участие людей, вот, но вот, чтобы у всех было одинаково, вот какая-то вот эта вот важная какая-то группа, вот такого все-таки нет. То есть это все очень подвижно, пластично, это меняется в течение жизни, это меняется в зависимости от каких-то обстоятельств болезни или вот эти антибиотики или что-то еще, вот и очень, конечно, все сильно меняется но э, тем не менее вот какие-то группы, которые свойственны здоровому организму, они остаются. Вот в частности это э, лактобактерии или лактобациллы угу. их называют это молочные кислые бактерии. <coughs> их еще называют такое, я считаю, не очень удачное название пробиотики, угу. потому что антибиотики это вещества, но пробиотики это бактерии, которые выделяют правильные антибиотики против плохих микробов вредных неприятных и вот это как раз лактобактерии и э, конечно вот это вот еще Мечников же открыл целебные свойства кисломолочных продуктов и сейчас это все тоже очень развивается и мы все время видим рекламу и сами покупаем эти активы и так далее и ну, в общем конечно молочно кислые бактерии это наши хорошие друзья вот но кроме этого еще хочу сказать что э, очень много всякой другой, всяких других микроорганизмов у нас и на коже, и во рту, особенно в слизистой рта. То есть везде, где есть контакт с внешним миром, но кишечник, весь пищеварительный тракт, там присутствует вообще масса всего, и патогенные микроорганизмы есть. И, то есть это постоянная вот такая вот борьба. И, э меняющиеся условия, например, вот даже какой-то стресс и ослабление иммунной системы, которая очень связана с нервной системой. И мы заболеваем просто от тех организмов, которые есть у нас в естественном состоянии, но они обычно подавлены. Но как только организмы перестают бороться, они расцветают и вызывают инфекцию. Это один важный момент. Второй важный момент, что у каждого человека они свои, и для одного человека они, может быть, вполне привычные, а для другого, особенно для ребенка, они могут быть вредны. Поэтому, конечно, вот всякие правила гигиены, безусловно, нужно соблюдать. Но, но получается... Ну слишком... вот где-то, да, баланс, баланс да. нужно. Ну, и слишком стерильные условия получается тоже. Погружать нельзя ребенка, например. Ну, получается, что да, получается, что да. И вот эти вот дети там 80-месячные, uh -huh. которые ползают, и каждую пылиночку они себе собирают в рот, на самом деле это все эволюционно, это все, видимо, заложено, да, они создают свой микробиом. Да, вот, но, ну, но, ну, но ну, нужно, нужно как-то разумно ко всему подходить. И видите, это все так, это не очень все определенно. Это вот все вот так вот еще пока не очень хорошо исследовано. Вот, ну, в общем, я думаю, что у каждого человека, нормального взрослого, есть какое-то ощущение, что вот, ну, это ладно, а вот это вот все-таки уже слишком будет. Вот. Но я точно знаю, например, что ни в коем случае нельзя ложку облизывать, которую ты даешь ребенку. То есть вот полость рта – это очень опасный взрослого человека, источник микробов. Это хуже, чем с пола что-то подобрать, точно, совершенно. Хотя, наверное, из пола нельзя подбирать. Но микробиологи вообще в этом отношении более спокойные, чем другие люди. А вот э, мы немножко говорили о космических бактериях так вот коснулись. А предположим, что на Марсе или под, под его поверхностью действительно вот что-то обитает, или, допустим, на Титане, или на Энцеладе, когда-нибудь наши вот земные установки туда долетят и наконец-то до них добурятся. И как вообще гипотетически такие организмы могут выглядеть? Ну, на что они похожи, чем они питаются, как, как, как живут в таких условиях? Да, ну это, конечно ужасно интересно. И я, мне, честно говоря, кажется, что их нет там, но не буду закладываться, вдруг найдут. Ну, ну, теоретически. Вот. Но, если, но если они есть, во-первых, нужна жидкая вода. но ну, это все понимают, что обязательно угу. нужна жидкая вода. Во-вторых, нужен источник энергии. Вот. Ну, вот это может быть водород, как мы говорили. В-третьих, нужен окислитель. Это может быть СО2, это может быть. Еще какой-то, ну, если нет кислорода, должен быть какой-то другой окислитель. СО2 есть везде, так что это, конечно, очень такое возможный окислитель. То есть, вот метаногены и вроде бы метан какой-то биогенный метан нашли на Марсе. Ну, да. Но это, это будет, конечно, совершенно поразительно, если их там найдут, потому что жизнь настолько сложно устроена, и невозможно поверить, что она одновременно в одинаковом виде возникло в разных местах, но либо, значит, в свое время залетели откуда-то и туда, и к нам, или от нас к ним, или от них к нам, может быть, так. Вообще, на всегда, метеоритах. В... Вообще всегда очень забавно, когда читаешь какую-нибудь новость, но вот нашли на какой-то планете колебания метана, и все. Сразу, а вдруг там жизнь, а вдруг там что-то? Да, что да, да, да. Удивительно, людям очень хочется найти живые существа, хотя бы микробов на других планетах. Ну вот, ну хотя бы в космосе они могут выжить. Вот вы да, 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 кажется. да, да. Ну, да, могут, могут, да. могут. А, вот у нас был такой, участвовали мы в таком опыте, мои сотрудники участвовали. Искусственный метеорит. Uh -huh. прикрепили на космический корабль снаружи, ну, такой какой-то, условно говоря, камень, в котором дырки просверлили, и туда залили культуры микробов, и их запечатали. И вот в таком виде это все полетело в космос, потом вернулось обратно, прошло вот эти вот слои, плотные слои атмосферы, где очень сильно все разогревается до высокой температуры. Ну и вот некоторые клетки, ну, собственно, только одна. Один вид он остался живым после этого путешествия космического. То есть это доказательство того, что он, они в метеоритах могли бы прилететь к нам сюда и здесь размножиться. А вот почему более крупные организмы в таких условиях выжить не могут? В каких? в экстремальных при высокой температуре или в повышенной кислотности, например. Ну, ну, потому что у нас уже все очень хорошо оптимизировано mm -hmm. под вот такие вот условия, которые сейчас есть на Земле. И вот эта оптимизация, она как раз очень сильно сузила возможности наши. И метаболизм у нас очень совершенно определенный, только, только органическое вещество и кислород обязательно, кислородом нам надо дышать. И все наши ферменты работают вот при 37 градусах. У нас уже все отлажено под вот такие вот нормальные условия, которые есть на Земле, которые появились после того, как кислородная атмосфера образовалась на Земле, и температура такая установилась для нас подходящая. То есть она потому и подходящая для нас, что вот эволюция при этой температуре шла. Вот. Ну а бактерии вот остались в своих вулканах, в своих горячих источниках. Так, такой музей. А проявляют ли вообще бактерии какое-то социальное поведение? Ну, например, там в группы объединяются или обмениваются какими-то веществами? Да, этим очень много сейчас занимаются, очень много. Это называется явление «кворум Корум-сенсинг ⁇ Бактерии обмениваются сигналами, они э, вот такие небольшие молекулы выпускают, которые другие молекулы воспринимают и э, в ответ начинают синтезироваться какие-то ферменты. В общем, вот такой вот идет разговор. Но для чего им это нужно? Ну, это такое вот, да, социальное поведение, ну, сохранение вида, может быть, вот так вот, да. Это в биопленках это происходит, вот биопленки, это такие сообщества, это фактически получается как многоклеточное такое вещество, когда э, бактерии создают вот такой слой клеток, который или несколько слоев, которые окружены такой толстым слоем слизи, это называется матрикс. И вот эти вот биопленки, они более устойчивы и к ультрафиолету и к всяким другим вредным воздействиям. Вот такое командное, командное такое действие. Коман, ну, образ жизни такой. Ну вот немножко можно... Сообщество к практической, собственно, пользе бактерий. А, можно, а могут ли бактерии уничтожать, например, пластик? Можно ли их как-то приручить, чтобы они все это разлагали? Друзья? Ну, известные, известные бактерии, которые пластик разлагают, но беда в том, что это очень все медленно происходит. Mm -hmm. И, Ну, в общем, мы сами понимаем, вообще бактерий их же везде много, и везде они есть. И если были бактерии, которые хорошо пластик едят, не было бы этого кошмара со свалками все бы уже давно было переработано, вот, ну, то есть это означает, что такие бактерии есть действительно где-то, но в общем их мало или они только сейчас вот начинают образовываться какие-то вот ферменты, какая-то происходит, допустим, какая-то у них там перестройка ферментативного аппарата, и они начинают этот пластик разлагать, либо ферменты, которые предназначены для каких-то других целей, тоже какие-то биополимеры, но природные разлагать, вот, может быть, они э, как раз и могут разлагать пластик. Вот мы сейчас, как раз у нас такой проект есть на кафедре микробиологии, разложение пластиков экстремофильными микроорганизмами. Вот на первый взгляд это кажется странно, потому что где экстремофилы и где пластик. Но, во-первых, мы рассчитывали на то, что тут среда будет как то помогать вот высокая температура все таки все немножко размягчается и как то вообще все связи ослабляются в этих полимерах может как то полегче будет их разлагать во вторых очень много ферментов у микроорганизмов такого широкого спектра действий может быть авось какой нибудь фермент найдется который будет этот пластик разлагать но это у нас недавно начался этот проект угу. но только этой осенью но в общем уже что то получается так это, что я очень надеюсь, что... Это может здорово. Быть, да, может быть, что-то найдем. Ну, мы вас обязательно пригласим. А как вообще исследователи подобных бактерий, археи и так далее взаимодействуют с другими учеными, например, вулканологами, океанологами, обмениваются ли какими-то данными или помогают ли они как-то пробы брать? да, да, этот процесс, конечно, идет, хотя я должна сказать, что он сложный. Этот процесс очень сложный, потому что ученые разных специальностей им не всегда легко между собой договориться, но взаимное желание есть. А, вот, ну и особенно хорошо, когда человек имеет две специальности. Вот в частности у нас в лаборатории, вот в, в, в институте микробиологии, который вот к э, федеральному исследовательскому центру биотехнологии относится, есть сотрудница, которая по образованию геолог, и она очень хорошо знает всякие минералы и э, все что там. С ними связаны всякие геологические вещи, которых мы не знаем. А микробиологию она уже изучила в процессе своей работы. И вот она сейчас всякие удивительные вещи делает по взаимодействию микроорганизмов с минералами. То есть это такие междисциплинарные исследования, они, конечно, очень привлекательны. И мы, мы стараемся, стараемся всегда как-то... Во-первых, нам нужна всегда, нужны геологические данные, когда мы ищем новых микробов. Нам очень важно, какая там вода, какая там среда, какие там минералы. Мы стараемся где-то это найти. Вот. Ну и геологам, наверное, тоже интересно, что же там, какие процессы могут быть там биологические, что там меняется вот с микробами. Нет, как раз вот это такая важная вещь. Ну давайте вот немножко еще об искусстве и перейдем к вопросам наших слушателей, это а они, наверное, ждут искусстве, жизненно. искусстве. Да. Вот и, в общем американское микробиологическое сообщество каждый год проводит конкурс «Агаровое искусства mm -hmm, и собственно микробиологи да, и различные да, художники да, 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 да. присылают свои да. картинки там какие-нибудь елочки да, из да, бактерий да, 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 к новому да, году да. делаются, да. Это, это, это все делают, да, и у нас этим все тоже занимаются. Это очень просто, потому что ага. вообще вот этот вот рост на агаре, это для микробиологов такая очень важная вещь. Нам же очень важно получить то, что у нас называется чистая культура, то, есть, угу. что все клетки были одинаковые. Для этого очень тонким слоем размазывается смесь бактерий, и потом там вырастают колонии. Колония это кругленькая такая кругляшка, которая из одной клетки, они там все одинаковые. Ее уже потом куда-то переносят, и дальше мы уже с ней работаем, там все клетки одинаковые, их можно исследовать как макроорганизм. Вот. И вот эти вот колонии, они все бывают разных цветов. Микробы такие маленькие, у них цвета нету, Но когда их вырастает уже много на агаре, они могут быть и желтые, и зеленые, и розовые. Но белые, конечно, чаще всего, белые, серые, но цветные тоже бывают, потому что у них есть какие-то пигменты, с помощью которых они там, допустим, от ультрафиолета спасаются или что-нибудь еще. Вот. И если не колонию получить, а нарисовать такой штрих, вот этой вот суспензии микробов, и они mm -hmm. вырастут, то у тебя получится какая-то линия. Ты поставишь ее в термостат, mm -hmm. они вырастут, и вот там будет цветная линия. Таким образом, можно рисовать. Я вот видела вулканы такие нарисованные, рыбок каких-то, в общем. А быстро вообще ну, рисунок исчезает, разрастается? Нет, ну, да, он может потом как-то смешаться, mm -hmm. но вообще он. Вырастает он быстро угу. за один-два дня, это все вырастает. Да, ну а потом может быть при комнатной в термостате угу. там, допустим, при 37 градусах, а при 20 он затормозится и будет таким лежать, да. Ну нас, настало время вопросов от наших слушателей. А Марат и спрашивает: правда ли, что только 10% процентов микробов опасны для нашего организма, а остальные не представляют опасности? Но я не слышала таких цифр. Я думаю, что даже еще меньшее количество микробов опасно для, наших, для нас. Но, но поручиться нельзя, потому что огромное количество микробов нам неизвестно. Но я думаю, что патогены это как раз скорее нам известны, потому что все-таки человек-то с ними сталкивается все время. И новые микробы редко находятся, уже все-таки это очень хорошо все изучено. То есть, если представить, что патогенов мы знаем и при этом мы и не патогенов каких-то тоже знаем, и при этом мы только 5% вообще микропов известных знаем, то патогенов, в общем-то, не так уж много. Да, ну, Так что можно, можно сказать, правда, можно сказать да, ответить на этот вопрос да, да, или даже еще меньше. Угу. Полина Лекомцева спрашивает, как изучаются археи? Ну, они изучаются так же, как бактерии, угу. то есть... Если мы говорим о такой классической микробиологии, нужно получить культуру То есть нужно заставить их расти, расти в лабораторных условиях Потом нужно получить чистую культуру, чтобы все клетки там были одинаковые И потом описывать их свойства, смотреть, какие они используют субстраты При какой растут температуре и pH, какие они образуют продукты И вот так вот описываются новые археи вот, ну а некультивируемые, конечно, мы пытаемся, все очень хотят культивировать некультивируемых, Поэтому какие-то придумываются такие молекулярные э, способы проверки, есть они там или нет, их там в этой культуре. И используются разные субстраты для культивирования. Вот, археи, э, трудно вообще с археями, конечно, почему их так мало известны, вот все новые новые нам кандидатусы архейные представляют, потому что они растут очень медленно. И в, лабораторные условия, в лабораторных условиях, конечно, это очень трудно. И вот эти вот локи археота, о которых я говорила, не зря это 10 лет заняло выращивание, потому что это страшно, страшно медленно. А работу в очень больших, большом числе случаев делают студенты, аспиранты, которым нужно диплом сделать, диссертацию сделать, они не могут на такие долгие сроки закладываются. Так что что быстро растет, то исследуется. А что медленно растет, то остается где-то за бортом. Так что работы много. Вот мы говорили о бактериях, которые выдерживают высокие температуры, кислотность и соленость. А есть ли бактерии, которые выдерживают радиацию? Да, да, такие есть. Вот самый известный микроб это Dnacocus радиодуранс, который выдерживает очень большую радиацию. Кстати, вот архии гипертермофильные тоже выдерживают радиацию. Mm -hmm. Да, да, у них есть свои какие-то механизмы восстановление поврежденной ДНК ДНК же повреждается mm -hmm. радиацией но вот они умеют как-то ее восстанавливать в общем это да так исследовано довольно хорошо есть такие микробы мне кажется это такой хороший вообще потенциал в медицине если такие бактерии изучать наверное если они умеют так восстанавливать ДНК так, Светлана спрашивает, а есть ли для нас польза от изучения этих всех экстремофилов, или это чисто научный интерес? То есть, ну, наверное, имеется в виду, можно ли их как-то использовать? Конечно, конечно, они используются. Но вот я сказала об одном самом главном использовании – это вот чтение генетического кода, когда нужно какой-то кусочек ДНК. На синтезировать в большом количестве в искусственных, вот в лабораторных условиях. И вот это делается с помощью ДНК-полимеразы, угу. стабильной ДНК-полимеразы. И там именно должно при высокой температуре происходить. Это такой был просто, конечно, прорыв, потому что использование фермента, который выдерживает высокую температуру, оно сделало этот процесс вот этого вот на э, ращивание вот больших объемов одинаковых генетических кусочков, оно его сделало очень дешевым. Потому что там такой процесс, что там смесь нагревается, цепочки ДНК расходятся, потом на каждой из них нанизывается с помощью ДНК-полимеразы новая цепочка, потом снова нагреваются. И вот термостабильная ДНК-полимераза из термофильной бактерии, она выдерживает эти нагревания, ее не надо каждый раз добавлять. И вот тут вот, и теперь это просто рутинный метод, который используется вообще в любой там какой-то деревне, в медицинском каком-нибудь центре. Потом стиральные порошки, например, в пищевую промышленности, в целлюлозо-бумажной промышленности, вот отбеливание бумаги с помощью термостабильной ксилоназы. Вот это вот ксилан, это коричневый компонент. Вот эта вот оберточная коричневая бумага, она с ксиланом, который вот из древесины, это полимер тоже древесины, помимо целлюлозы, там есть еще ксилан. Но ксилан дает этот коричневый цвет. Чтобы вот этот ксилан убрать, нужна термостабильная ксилоназа. Это, конечно, можно сделать, как у нас раньше делали, с большим количеством кислоты, но вот для природы, для экологии гораздо лучше это делается с ферментами. Вот, ну и много-много всяких других способов. Вот, э термостабильные, например, есть керотиназы, которые разлагают птичьи перья. Вот, можно их использовать для разложения отходов птицеводства, которых сейчас очень много. Вот, но, но плюс к этому, конечно, такой фундаментальный научный интерес всегда есть. И ты никогда не знаешь, что в будущем понадобится. Поэтому нам нужно как больше знать, как можно больше знать о микробах, о их свойствах, о каких-то новых процессах. А что вдруг неожиданно что-то из этого пригодится. Вот еще такой интересный вопрос. А насколько ученые близки к тому, чтобы обучать собственную микрофлору для борьбы с раком, как это уже делают с лейкоцитами? собственную микрофлору для борьбы с раком, ну или другими болезнями, например. Mm -hmm. Обучать нет, обучать это точно не то слово. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, вот, но. Э я знаю, что используются даже не целые микробы, а используются их клеточные стенки, которые вызывают очень резкую активизацию иммунной системы. Mm -hmm. И потом эта иммунная система, она и на раковые клетки воздействует. То есть вот как такой триггер используются эти микробы. Вот. Собственно, собственная микрофлора, не знаю, нет, я этого не знаю, потому что все-таки... Каким-то образом они должны войти в соприкосновение. Я знаю, что вирусы, вирусы используются для э, уничтожения раковых клеток. Вирусы, да, такие опыты есть и положительные результаты есть и, в общем, это все сейчас очень активно исследуется. Вот бактерии я не слышала. Иван Петров спрашивает, изменение температуры и состава океана повлияет на микробоциноз? Да, конечно, 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 потому что микроорганизмы все очень специализированы. Но, я не другой стороны, изменятся, наверное, скорее всего, только верхние слои. Uh -huh. Вот. А основная масса воды, вот эти огромные, огромные гигантские количества воды, она все-таки останется холодной. Так что вот в этих верхних слоях, возможно, что-то произойдет, если изменится температура. Хотя, ну как она изменится на 1-2 градуса, но не знаю это может быть не такие большие колебания но в принципе в принципе может повлиять может повлиять какие-то другие микробы вдруг окажутся более конкурентоспособными это может быть так у дмитрия вопрос довольно прагматичный после окончания медицинского уни университета можно ли попасть в аспирантуру по микробиологии можно ли там учиться? Ну, я думаю, что в принципе можно, да, нужно сдать экзамены по микробиологии вступительные. Вот, ну, и э, думаю, что, в принципе, да. Наверное, наверное, очень все, конечно, зависит от человека, ему придется, безусловно, что-то дополнительное там и читать, и, может быть, что-то будет трудно. Но, в принципе, я думаю, что это возможно. А так, еще вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к пробиотикотерапии, мы снова к этому возвращаемся, да -да -да. Как, как к альтернативе антибиотикотерапии? Да, но ну я считаю, что это очень хорошее дело, потому что, собственно, это тоже антибиотикотерапия будет, только антибиотики будут естественные, которых микробы выделяют непосредственно. Это не будут вот какое-то огромное количество в таблетках, а это будет что-то, что естественным образом там продуцируется в кишечнике. Нет, это, конечно, очень хорошо, но, с другой стороны, мы не знаем, насколько это действенно. Если, может быть, для поддержания вот как Какого-то такого порядка в организме это и хорошо, но если это какая-то серьезная болезнь и какая-то инфекция, например, когда уже вот какой-то вредный микроб там в большом количестве разно размножился и своими токсинами там вообще все отравляет, ну, может, тут при -при прибиотики-то -прибиотики не помогут уже. Uh -huh. Так что, наверное, анти, от антибиотиков редко нам удастся так отказаться сразу. Разные просто случаи. Пробиотики это скорее профилактика. Павел Инчиков спрашивает, продолжая, наверное, один из моих вопросов, а вот если микробы способны жить в таких экстремальных условиях, а способны ли они в таких экстремальных условиях эволюционировать во что-то более сложное, во что-то многоклеточное? ну не знаю нет, я думаю что думаю что нет думаю что нет Но, во первых эволюция это очень- очень медленный процесс и э, мы видим просто по истории нашей земли что этого не произошло что все-таки многоклеточные организмы они в э, таких экстремальных условиях не живут и усложнение усложнение видимо оно все-таки шло в более благоприятных условиях вот мне кажется что так Потому что э, вообще вот у гипертермофилов у них очень маленькие геномы, у них все очень экономно. Вот и, у них и клетки очень простые, клеточ, клеточная стенка очень простая, и никакого там усложнения мы не видим. Вот, но у них, правда, вот эти вот их мембраны очень прочные, это есть, да. Э, и вот они выдерживают высокие температуры, но у них все силы уходят на борьбу с этими неблагоприятными окружающими условиями и усложнения нет я думаю что мы здесь не увидим усложнения ну вот вопрос наверное последний от меня вот а вообще а есть ли какая-то бактерия которая вот вас в процессе вашей научной карьеры вас очень сильно удивила ну или вы они читали например или сами изучали непосредственно Удивило, удивило, нет ну ну конечно нет что-то сейчас вот не могу припомнить такого случая хотя очень хочется как что-нибудь удивительное найти ну вот просто кажется да что да, да да я, да могу 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 сказать У -у -у. могу сказать конечно это произошло совсем недавно и это не моя бактерия, а это вот как раз этой нашей сотрудницы, которая геолог по образованию. И э, это был была бактерия, которая растет в щелочной среде. Она из судового озера была выделена. И первоначально думали, что она окисляет ацетат, уксусную кислоту а электроны, которые вот при этом образуются, вот при дыхании же нужно куда-то деть эти электроны и при этом получить энергию, она сбрасывает на железо, на окисленное железо, которое восстанавливается. И вот ее культивировали в таких условиях, и вдруг оказалось, что наоборот, количество ацетата не уменьшается, а увеличивается, и оказалось, что она Делает и противоположный процесс может делать. Она может, вот это вот железо у нее трехвалентное стало двухвалентным, и она может тогда это двухвалентное железо наоборот окислять, брать от него электроны и образовываться цитат передавая электроны на углекислоту конечно так на пальцах это трудно объяснить, но это фактически вот внешний двигатель качается туда и обратно из ацетата. цитата железо из закисного железа ацетат. и это конечно совершенно поразительная вещь, потому что вот прекрасный кандидат вообще для марса железо закисное есть абсолютно везде и углекислота есть везде, а больше ничего не нужно этому микробу. И образуется ацетат, это хотя бы очень простое органическое соединение и не очень богатая энергия. Это всего два атома углерода, но это органика. То есть из неорганики, из этого железистого минерала и из углекислоты, которая есть везде, образуются органические соединения, но и клетки вырастают. Так что это, конечно, очень много чего можно объяснить и на древней Земле, и к другим планетам тоже пригодится. Я считаю, что это прям такое потрясающее открытие произошло у меня на глазах. Здорово. Ну, в завершении вопрос от нашего предыдущего гостя, психолога Кирилла Хломова. Вот он в ковертике. Он не, он не знал, что вы к нам придете. Мы, соответственно, не знаем, кто придет в следующий раз. И вам тоже предстоит написать свой вопрос. Вопросы, как трудно. Так, какие способы проявления агрессии в научном мире? От ученого к ученому вы знаете, и уважается. Ничего себе провокационно. <с> да. Нет, ну я не уважаю агрессию ни в каком виде, сразу скажу. Вот. Но вообще в научном мире там, конечно, очень интересно, потому что люди, я уверена, что абсолютно порядочные вот во всех остальных отношениях, они могут спокойно использовать вот какую-то идею чужую, если она не опубликована, не, если она не э, в печати уже за чьим то конкретно именем не закреплена, считается, что это общее достояние. И можно пойти спокойно ее быстро что-то каким-то каким образом использовать и себе это все приписать. Вот встречалась с этим не раз с самыми... Я, я уверена, что эти люди абсолютно порядочные во всех остальных отношениях. Но тут такой невероятный азарт, такое огромное желание быть первым, а может быть просто кажется, вот, ну вот кто-то сказал, но я же и сам так думал, и мне тоже так казалось. Вот. То есть вот эти вот вопросы приоритета, вокруг них, конечно, безусловно, агрессивная такая среда в вопросах приоритета, и очень большая идет борьба. И если люди проявляют, наоборот, какое-то вот уважение и внимание, я считаю, что это замечательно. Особенно, вы знаете, старые российские работы, которые на русском языке напечатаны, очень часто западные ученые считают, что их вообще можно не цитировать. Вот, но если их все-таки цитируют, то это всегда очень приятно Поэтому мы, я стараюсь всегда как-то их э, пропагандировать Все-таки, чтобы люди знали, что такие работы есть вот, Да, агрессия Агрессия, агрессия это какая-то, да Но вот этот вот азарт научного поиска, безусловно, без агрессии он невозможен Агрессия, Мне, конечно, очень прогресса. интересно, что психолог имел в виду. Может, драку какую-нибудь. Да. Вот, ну, у нас заканчивается уже время. У нас в гостях была Елизавета Александровна Боча ансполовская доктор биологических наук. Спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня. Мы узнали сегодня очень много интересного, собственно, об альтернативной жизни, которая вокруг нас. Спасибо вам большое. Всем счастливо. Пожалуйста. До свидания.